Слава Украине! Привет всем от Полонского. Алкодепутат Гурулев, да-да, тот самый, который предложил уничтожить 20% жителей собственной страны, напомню, это Россия, да? Вот он 20% из этого населения хотел уничтожить. Введен в научный совет, вдумайтесь, в научный совет при совбезе этого российского этого совбеза, да? Вот подумайте, да? Это просто опупеть можно. А учитывая, что в совбез ходит еще такой глубокий мыслитель, как Димон Алкогном, ну, я так понимаю, что литровую Финляндию они с Гурулевым, в принципе, с горла выпивают за 3 минуты. Даже, может, и быстрее. Вот, то тогда уже, как говорится, с наукой у них становится все ясно. Представляете? Вот вообще, кто-то видел морду Гурулева? А Димона, да. И тот, конечно, мыслители такие глубокие, просто, ну, ну, некуда печати ставить ни на одном, или пробы, как говорят, ставить некуда, да, ни на одном, ни на другом. И они у них олицетворяют научный подход к безопасности. Я только, ну, тут все, как говорится, с ними понятно, мне только не ясно одно. Научный подход к безопасности начинается все-таки с 500 грамм или с литра?